выдается платье свадебное. Хочу вкратце рассказать, что я здесь делала, подгоняла. Значит, по полочке вот это декольте я уменьшала фатин. Что я делала? Открывала вот это вот кружево, которое было нашито на фатинчик. И затем с изнаночной стороны, видите, прострачивала. Припуск подшила руками. То есть в одну сторону, чтобы не просвещалось. Дальше убирала по боковым швам. Открывала фатин. Добиралась до лицевой ткани. Убирала, уменьшала. Здесь накрывала. Видите, накрыто. Просто с запахом, так скажем. И подшито руками. Невидимой ниточкой. Здесь дальше все это восстанавливала. В области талии тоже я ушивала и по подкладке, и по верхней ткани. И также доходила до уровня бедер. Все, здесь подшивка ручная. Точно так же с другой стороны. И прикрепляла вот эти вот крылышки. Все, платье готово. Сейчас будет примерочка. Сейчас я вам хочу показать те платья, с которыми мне не пришлось работать, а только были примерки. Вот вы видите, нужно увеличить в размере, в талии, в бедрах, но и верхняя часть платья по переду очень плохо лежит на женщине. Не соответствует раствор выточки и вообще высота груди, открывать кружево. И, в общем-то, цена ее не устроила за подгонку. Поэтому отказ. Еще одно платье также идет на увеличение размера. Вы видите, возможность здесь была, но у женщины не оказалось возможности оплатить эту услугу. И они имеют иногда такую, как говорится, наглость еще торговаться. Я их иногда спрашиваю, а сколько вы готовы заплатить? Она: $50. Нет, извините, за $50 я не работаю. В общем, вот так, девочки, по-разному бывает. Следующее платье, это платье я должна была уменьшить в размере, видите, наоборот. Но здесь очень много работы, и практически в каждом узле я должна была приложить свою руку, как говорится. Видите, спинка проседает, значит, в талии уменьшить, в бедрах перестрочить молнию, платье на подкладке, то есть двойная работа. В верхней части платья плечевой шов поднять, росток углубить, открыть рукав, верхнюю часть и нижнюю часть полностью, потому что рукавчик тоже будет уменьшаться в объеме. По переду декольте сомкнуть, чашечки переставить. В общем, работы много. И что, когда я озвучила, значит, стоимость, девушка... Не понравилась эта стоимость, и она была не готова заплатить за подгонку платья. Ну что же, это их выбор.